Госдума Российской Федерации предложила снизить возраст, с которого подростков можно будет отправлять в колонии, с 12 лет. Сегодня ответственность наступает с 16 лет за особо тяжкие преступления с 14. Причиной понижения возраста депутаты указали жестокость несовершеннолетних, которых привлечь к ответственности по закону нельзя. А вот правозащитники отнеслись к идее не так однозначно. Они считают, что инициатива приведет к большей криминализации населения и напоминают, что подобная мера в России уже внедрялась во время репрессий 30-х годов. Прежде чем снижать возрастной порог уголовной ответственности для несовершеннолетних, необходимо создать специализированное судопроизводство и органы исполнения наказания, создать вспомогательные службы. Исполнительный директор телеканала ТБН Ян Волков считает, что сегодня в России есть спецшколы, которые осуществляют подобный надзор и изолируют малолетних преступников. Человека в таком возрасте надо воспитывать другими методами. К решению проблемы детской преступности необходимо привлекать церковь и общественные организации. Парламентариев уже поддержала МВД, и при этом депутаты предложили еще и убрать ограничения по срокам лишения свободы. Сегодня для несовершеннолетних порог составляет 10 лет.